Какой-то начальчик мальчик бесится, как... Куда ты встал? Дебил какой-то. Брыщ, брыщ, брыщ. Ужас, дети, ужас. Дон-дон-дон. И вы на канале Мария Магад, и сегодня мы вместе с вами будем смотреть мои супер старые детские видео. Мне там лет 3, 4, 5. Эти видео были сняты в начальной школе и до школы, когда я была в садике. Я надеюсь, их никто из вас не видел. Но если кто-то видел, то все равно давайте посмотрим еще раз, потому что они реально очень смешные. Так, давайте первое видео. Здесь Мэрилин Монро, это я! Это было на каком-то мероприятии. Я Мэрилин Монро. Господи! Я танцую танец под Мэрилин Монро песню, сама ты в парике. Мне, наверное, там года 3. Там, короче, все дети. У нас было мероприятие, по-моему. Короче, был какой-то праздник. Мне тут 5 лет. Я танцую под Мэрилин Монро. Там все дети вот это вот наряжались, кого-то танцевали. Вот я танцевала одна Мэрилин Монро, все остальные там по двое танцевали. Я одна танцевала ужасно. Я бы никогда не согласилась бы танцевать. Так, сейчас. Так, давайте дальше. Господи, я танцую! Смотрите, короче, сейчас обратите внимание, тут Настя, она стеснялась танцевать. Вот она вышла и меня сейчас толкнет. Какой-то начальчик мальчик бесится, как дебил какой-то. Меня так толкать плечом. Фу, Настя, ну ты какаха. О, вот это, видите, из детского центра у нас был праздник осень, какой-то праздник осени, здесь я танцую. Я как грибочек. У меня самый крутой гриб на голове. Мама сама шила. Я мухомор такой вот противный. Почему я рассказываю? Тихо, тихо, тихо. Зачем, я не знаю. О, вот сейчас станет самое интересное. Лево. Куда ты встал? Господи, что? Напускаем новый тренд, девочки, смотрите, как танец крутой. Господи, как это ужасно. Ой, короче, это говно. Поэтому давайте смотреть дальше. А вот в этом видео я танцую под песню «Пони». Я была фанаткой «Пони». Аня там на заднем плане лежит, а я танцую под песню «Пони». Я что, дура? Господи, я вот дура, что это такое? Я что, пытаюсь взлететь или что? Аня такая лежит, господи, что за дура тут танцует? Это, знаете, Чарли номер 2. И, кстати, вот в это время, как раз когда мне было 6 лет, у меня появился свой собственный YouTube-канал. Там, куда я снимала разные такие видео, распаковки игрушек пони, например. Там у меня было всего 2 подписчика, и тут 2 мои бабушки. Я для бабушек моих снимала видео. Блин, если бы нашли бы эти видео, то я бы вам показала. Но так мы их не можем найти. Поэтому давайте перейдем к следующему видео. Так, давайте посмотрим, что здесь. О, мы сделали домик. Там Аня, я сижу. Когда застрянет кусок, и так она взрывается. Что за застрянет кусок, взрывается? И все, прыщ, прыщ. Все, черно. Самое не все, черно. Господи, бедный, я пытаюсь объяснить маленькому ребенку, что-то пытаюсь объяснить маленькому ребенку, а мама нас снимает. Короче, я, по-моему, там страшную историю рассказываю, потому что я вот так что-то там фонарик какой-то светится, я пытаюсь рассказать страшную историю, а не рассказать, они, наверное, сидят так на меня смотрят. А я там делаю, брыщ, брыщ, брыщ. Давайте дальше. Это тоже ой, в детском центре, тут что-то на 8 марта, кажется. Мне тут где-то 6,5. А, тренды. Господи, самый банальный движение,
самая маленькая, как обычно, из всех девочек. У нас, по-моему, было 3 девочки, да, только 3 девочки было, и я самая маленькая. Бабушка ролее, и дело целее, хочет пожурить нас иногда. Ну, в общем, вот такое вот выступление было на 8 марта для нашей мамы. Господи, простите, пожалуйста, такое отвратительное выступление. Да давайте дальше. О, это какой-то спектакль. Сейчас давайте посмотрим. Три подруги в день весенний были в милом настроении. На скамейке ворковали и о будущем мечтали. Мальчик пойдет замуж? Замуж он выйдет, понятно. Реально, знаете, мечты сбываются. А это был 29 мая, мы репетировали, короче, на выпускной, потому что это было в 2015 году. И, короче, мы репетировали перед, ну, это мы на выпускной вот это вот делали. Давайте дальше. Дальше, кстати, вот здесь из школы, это у нас был концерт, давайте посмотрим. От имени всех первоклассников хотим вам сказать, что мы рады учиться в МША и обещаем вам, что будем учиться только на отлично. Обещаю. Кстати, обещание сбылось, я в этой школе отличницей была. А знаете, еще в школе я придумывала тренды. Почему такие песни поют в школах? Нельзя нормальные песни придумать какие-нибудь? Убирать какие-нибудь современные, нормальные. Вот у нас в МША самые крутые песни по английскому были. Вот, потому что учительница была на английском языке вообще самая крутая из всех. И песни она тоже самые крутые выбирала. А теперь тут влог я снимала. Короче, влог. Сейчас давайте мы этот посмотрим. Мы сейчас приехали только что из зоопарка. Сейчас уже 8 часов. Узис. Ой, сегодня мы будем открывать, ну, показывать, открывать всякие игрушки. Акулки. С моей сестрой Аней, самой вредной. Как вот знаете, как было, так и осталось вредное. Аня, давай первую игрушку давай. Давай первую игрушку говорю. И мне давай. И мне давай. Это такой пупсик, типа смешинка. Ай. Смешинка? Серьезно? Это моя лошадка, которую держит Аня. Вот я еще раз покажу. Такая лошадка. Ты, значит, лошадка это... Очень подходит. Что? Лошадка. Она ко мне очень подходит. Новый мультик вышел «В поисках Дори», я на него ходила. Ну, короче, он не очень интересный, не очень. Ну, короче, он не очень интересный. Ну, короче, всякая бякушка там. Так. У меня сложности в краткосрочной памяти. Какая я тупая, господи. Вот такой голос. Он на всю Аню. И на всю меня. Ну, мы еще там купили некоторые кэнди. Ну, я без... Когда сходил на первый урок английского? Ну, мы там купили еще разные кэнди. Кстати, на... Что это? Чипсарио. Чипсарио! Это наш прикол, знаете? Вот у нас есть некоторые приколы, которые только мы понимаем. Вот, например, Чипсарио или Эхл Грей. Это никто не поймет. Это только наша семья понимает. Больше никто. Вот такой тигренок мы сегодня в зоопарке. Вот, подождите. И вот Анечка показывает вот такой...
И все, запись закончилась, потому что, наверное, я случайно выключила. Давайте дальше. Ой. Маша! Марин Монро! Встречайте! Давайте дальше, и в следующем видео я танцую на День спорта. Мама, папа, я, спортивная семья. Вот так как это назывался этот праздник. Сейчас давайте посмотрим. Мы все одинаковые. У нас форма всегда была крутая, одинаковая. Это самая нормальная и крутая школа в моей жизни была. Все остальные школы в моей жизни это полные... Ой, все, параллельный класс вышел, мы с ними не дружили. Я не помню, кто в тех соревнованиях, но, по-моему, мы выиграли, по-моему, наш класс. Потому что мы самые крутые. Алена Геннадьевна, привет! Давайте дальше. О, это мое выступление по гимнастике. Здесь нам говорили, по-моему... А, нет. Нам говорили элементы гимнастические, мы должны были их повторить. Планочка. Офигеть, какая я гимнастка. Я на шпагат вообще сейчас сесть не могу. Как я это делаю? Я эти элементы вообще сейчас сделать не могу. Господи, мостик это для меня такая больная тема. Я вообще так боялась его делать. О, господи, пипец, я гимнастка. Давай следующее видео, оно самое шок-контентовое. Поэтому давай, досмотрите его до конца. Ребенку нету даже года, а я пытаюсь его научить писать. Ребенку вот здесь, он как бы меньше года. Я ему говорю, пиши цифры. Два. Есть вот такие кружочки. А у цифры 4 и 1, у них только, у них все острые углы. Понятно? А у 4 и 1 у них все острые углы. Вот этим они и отличаются. У цифры 3 и 2 эти углы. Понятно, девочки? У 2 сколько углов? Раз, два, три. У 3 сколько? Раз, два. У 1 сколько? Раз, два. У 4 раз, два, три, 4, 5. Что я считаю углами, я не понимаю. Все, научила? Вообще-то мы будем еще до 40. Ой. Вообще-то мы будем еще до 40. Бедный ребенок. Вот ты, реально. Ну тебе надо учиться, но будет с отдыха, когда дойдет до 29, до ровно 20. Я в конце уронила на Ане этой доской, мама такая, ой, прости. Ну, в общем, вы посмотрели мои детские видео, это просто какой-то позор. На этом я буду заканчивать, а вы обязательно поставьте лайк, если давайте соберем 30 тысяч лайков, то я выпускаю вторую часть. Это все, обязательно подписывайтесь на мой канал, нажимайте на колокольчик, всем пока-пока.